Красота человеческого тела, изящество технологий прошлого и будущего. Российские художники представили целостный образ современного искусства России в рамках выставки «Обогащение реальности». Мы решили, почему хорошие художники живут по всей России, а выставляются только в Москве. Из таких соображений мы возим эту выставку по разным городам. В последние годы в России сформировался круг художников, которые явно должны были выставляться вместе. Единственное, они не были как-то оформлены в какую-то группу творческую и прочее, но это художники, которые хотели отказаться от деструктивной логики и перейти в какую-то логику прогрессивную. И, наверное, в этом заслуга именно нас, как кураторов, не пользуясь этого слова, в том, что мы наладили коммуникацию между этими художниками раз, и в итоге эта коммуникация закончилась групповым проектом. Сейчас выставка объединяет более 30 художников из многих уголков России. Дело в том, что «Обогащение реальности» – передвижной проект, который стартовал летом в Москве. За время переездов к нему присоединяется все больше и больше авторов. Сверхзадача, конечно, чтобы этот проект разрастался, именно чтобы в каждый город, куда мы привозим его, чтобы оттуда там входить в взаимодействие с местной художественной средой, и если есть что-то, скажем, серьезное, что авторы, может быть, недооценены из этого города, да, чтобы, естественно, мы с удовольствием вовлекаем в этот круг. Они представляют тенденцию современного искусства, обращение к мифу и традиции. Античность в графике и возрождение в живописи совмещаются с предметами современного быта, а рядом соседствуют цифровые технологии. Пришел сюда, потому что, в принципе, интересуюсь выставками культурной жизни Смоленска. Вот у нас, к сожалению, очень много всего, но случаются такие приятные моменты. А именно эта выставка, современное искусство, интересно. Есть что посмотреть, соответственно, культурно провести время, не все же дома сидеть. В культурно-выставочном центре имени Тенишева экспозиция доступна вплоть до 7 февраля. В рамках «Обогащения реальности» пройдет ряд творческих встреч с фотохудожниками.